Так, смотрите, хлопцы. Чудо. Финмарк с алюминиевой оплеткой. Я умудрился запаять на советский БНЦ разъем. Помог мне флюс для пайки алюминия. Ну и, естественно, мое упорство. Но теперь это все надежно, очень надежно. Контакт будет здесь отличный, потому что столкнулся я, к сожалению, с вот таким неприятным моментом. Как вот эти сейчас покажу. Так, как вот эти вот разъемчики F-ки, под F-ку. Здесь же провод просто вставляется в губки. Ну так просто. И шатается, как не знаю кто. То есть контакт вот такой вот, жопошный, по-другому не назовешь. А я так не сильно люблю. То есть, в принципе, можно как компромисс использовать такие разъемы, но я просто уже понял, что не надо, потому что один, второй у меня подвел меня так, поэтому компромиссы я решил больше не позволять себе такие. Поэтому я вот запаял, облудил алюминий, завел его как надо. Вот теперь запаял, вот теперь уже надежно. Ну что можно сказать, красавчик. Кому понравился ролик, комментите, лайкайте, хлопцы. Либо ставьте дизлайки.